Смотрите на такую теплую телогреечку в магазине Линдекс. Это такой какой-то новый дизайн скандинавской моды. Я не знаю, как это назвать, но это выглядит, конечно, очень интересно. Я не знаю, даже купить нет. 300 крон стоит. Вот, и еще такой теплый воротник тоже, да, в коричневом исполнении. И вот розовый я вам показывала, я мерила. Не знаю, покупать, не покупать. Вроде с одной стороны тепло, а с другой стороны весь тональный крем обдерешь. Вот такие теплые шапки продаются у нас. Смотрите, ой, такие же тужурки есть, оказывается, еще в балоневом исполнении. Смотрите вниз. Сейчас я какую-нибудь возьму первую. Ну, слушайте, это новое. В том году такого не было. Ну, а что, практично под одежду одеть? Так. Вот шапчонки у нас. Шапчонки я еще не мерила. Девочки, в шапчонках показываться не хочу, потому что очень мало, что мне шапчонок идет. И береты мне идут, а шапочки... Шапочки не знаю. Вот, посмотрите, написано, что это из шерсти. Стоит прилично. Это они, конечно, классные, я согласна, но... Пока я за них не способна платить, купила я подобное на распродаже. А, кстати, вот вещи с распродажи. Сейчас покажу. Да, помню, у нас в этом году модно было кожа и кожзам, наверное, это, да, шорты такие. Сколько стоят? 199. Слушайте, я свою юбку купила за 160 в Оленсе. Вот это шорты. Нет, это выше моих шорты. Девочки, всем хорошего дня. До свидания.